Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели, читатели. Я хотел бы обратиться к вам с предложением провести интенсивный курс, ознакомительный курс, исследовательский курс русского интернета или Рунета для тех, кому это действительно нужно. Русский интернет представляет собой огромный поток информации, сопоставимый по всем параметрам с потоком информации на английском языке. Я бы его поставил на второе место по вот количеству и качеству информации среди так называемых мировых языков. На первое место я бы поставил поток на английском языке, на второе место поток информационный на русском языке, на третье, наверное, на испанском. В чем будет заключаться курс? Я его представляю себе так, что просто группа людей будет встречаться со мной. Каждый из этих людей принесет с собой ноутбук, и мы будем разбирать сегменты русского интернета. Я буду рассказывать, комментировать, мы будем смотреть, открывать, оценивать, делать замечания. Все мои рассказы будут записываться на видео. Вот, с тем, чтобы кому это нужно, мог бы это видео взять и к нему потом обратиться, и потом этим видео пользоваться. Поэтому я прошу всех, кого это интересует, обратиться к нам, написать нам mail, мы опубликуем анкету на эту тему, прошу вас отметиться и в этой анкете. Курс будет, естественно, на русском языке, курс адресован тем, кто может пользоваться русским языком, как рабочим языком, который может получать информацию на русском языке. Спасибо за внимание.